А! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет! Да что ты злой такой? Ай, блин, я думал, ты меня не увидишь. В этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Сенка, Стаканчик. Пацаны, скажите веселые слова. Доброе утро. Мясо. Всем хай. Если пять кушки, приятного аппетита. А у нас сегодня очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Поехали. Как всегда, у нас сегодня желаю очень удачи. Злой аниматроник, да, и желает нам удачи, потому что будет нас мочить. Гениальный, гениально все. Так, кнопка не нажата, энергия не тратится, это хорошо. Тратится. Тратится? Из-за там дверей. Так, не, если у нас же кнопка не нажата, ночь не началась. А. Да-да-да, у нас сегодня бесконечная энергия. Хотя Dark Dragon за аниматроник, он сам решает, как у нас сегодня все будет происходить. Я могу вырубить вам еще. Да делай что хочешь, это твои дела. Не, нам не, главное прожить. Где-то около через 5 минут сделаю это вам усложнение. Около через 5 минут? Да-да. Какой-то вид новый, отсчитывание времени. Так, надо, ребята, искать уборщицы, чтобы поубирала. У нас тут паутина, грязно. Кто-то обосрался и туалетную бумагу не выкинул. А ты не туалет. Вы двери будете вечно закрытыми держать? Не, мы сейчас откроем. Блин, ты дурак, что ли? Ты же нас обманул. Я что-то не обратил внимания, что ты с правой стороны стоишь. Серьезно, просто взял и открыл. Хорошо, я запомнил твою текстуру на лице. Хорошо, хорошо. Так, ребята. Первый обман прошел успешно. Dark Dragon, он такой. Очень хитрый человек. Я Челепиздрик хитрый. Челепиздрик хитрый. О, опять он тут где-то трется. Да где он был? Да ё-моё, я ж так со стула упаду. А чё ты на крысу сидишь там? Понимаете, это сидит и выжидает. Партизан, а? Ты смотри на него. Да, я партизан. Такой хитрый жук. А у нас же камера есть, мы же могли по камерам его прочекать, правильно? Да. Ну, то ж. Вот он, вот он. Я вижу, я вижу. Пошел, пошел. Энергия не тратится, давайте бесконечно смотреть будем. Нету. Нету. Блин, я спотыкаюсь всякую фигню. А чё ты? Не покушал? Слишком толстый. Толстые аниматроники. Давно охранников не было, вам это, жирки надо разогнать. Кого взять, кого вам взять? А он еще взять собирается. Да, я думаю. Аудио онли. Получается, еще и камеры какие-то нерабочие. Прикольно. О! Все стоят. О, гром грохочет. Да-да-да-да. Я думал, это ты уже там грома делаешь. Гром гремит, земля трясется. Это Чика жрать несется. Ну что, он там есть? Я его не вижу. О, вижу, вижу, слева вроде бы. Вот его тень. Я его увидел даже через окно. Это призрак. Это призрак? А, он просто... Не, он... А, там же за аниматроником можно невидимым стало. Да-да-да-да-да, это он на нычку ходит здесь. Хочу сказать подписчикам, ребята, скоро выйдет новая часть по ФНАФу, я ее буду сразу проходить. Это будут очень крутые ролики. Чё-то вы двери закрыли. Так, потому что ты нас смочишь сразу. С какой стороны? Давайте откроем эту дверь. Да господи, ну как нам открыть дверь, если этот подлец убивает всех охранников на планете? Какой хороший момент попался. Да ну блин, это же честно. Ладно, давай возьму какого-то такого, чтобы очевидно. Хорошо. Испоганься. Так. Ой. Он спрингтрапа вроде бы взял. Да? Слева. А, нет. А, не. Это Боня. Это Бонька. Такой, знаете, поломанный Бонька. Здоровенные ухи. Опа, сел. А я знал, что батареи нет. Открывайте с этой стороны дверь, он все равно не пройдет. Пройдет. Не пройдет, не пройдет. Быстро. Не, он не успеет, мы закроем. Кто быстрее, дверь или он?
Не ведись. Лучше выгляни и посмотри в коридоре, идет он или нет. Не, я же знаю, это хитрый жук. Он хочет, чтобы мы с этой стороны открыли, а справа прийти и замочить нас. Не-не-не-не-не, мы так не ведем. Не-не-не, ребята. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень веселое и интересное. Следующую рубрику мы снимем 5 ночей с куклой с игры Poppy Playtime. С Хаги. Хаги-ваги. Ну? В инвизии идет. Да? Ты его увидел через фонарик, да? Да. Дардрагон, мы твои уже все фишки выучили. Не получится нас никак напугать. Давайте с этой стороны откроем. Нет! Нет. Да что ты злой такой? Ай, блин, я думал, ты меня не увидишь. Ну блин, да. Ну что ты такой этот глазастый? А ты видел, как я забежал туда, или увидел, когда же там я стоял, пробегал мимо просто? Опа. Так. Нема? Все, начинается основной. Вот так, значит? Ровно 5 минут, 40 секунд прошло. Сейчас аниматроники тебе будут выходить. Да, и у нас энергия кончается, мы теперь уже не такие деловые, ребят. Ух ты, как да. Дай выйду. Да дай выйти, ты мне дал выйти на тот свет, подожди. Псих, успокойся. Я неадекватный, что ли? Ладно, первое есть убийство, так что получается весело будет. Нормально, нормально. Хорошо, что аниматроники, которые по скрипту не пришли, потому что у нас бы был бы фейл, и мы бы проиграли. Мы этого не допустим. Да ё-мо, ты через всю карту убил! Ребят, это какой-то читерский, нам аниматроник попался. А вам не страшно? Да страшно. Ай-яй-яй. Ах ты злой. Откройте дверь. А, ладно, я открыл. Убить научился, а дверь открывать не научился. Я маленький челепиздрик. Чё там стоишь, Дим? Да я этот... Откройте. Да ёлки-моталки, застрял чуть-чуть. Сегодня Спайдермен немножко подустал и так лежит себе, отдыхает. Такой аниматроник никто не ожил из них. Да? Ну, по принципу, долго дверь не можешь содержать. Ну, конечно, у нас энергия садится. Так, ты чекаешь и ту дверь. Ну, смотрите, что он делает. Ой, это было... Нормальный? Да. Да, я вижу, выходи. И улетел. Так ты же ноуклипишь. А я не могу, я только вылез, потому что мы застряли. А, ты вылез, я даже представляю, откуда ты вылез. Давайте будем внимательны, ребята. А как быть внимательным, если он энергию нам сейчас все растратит? Казенную. Давайте откроем дверь и посчитаем, сколько мы проживем. Ну, я даже, ну, как бы, отчет можно было и не вести, это моментально. Ну, секунду прожил. Секунду прожили. А я вижу! Я успел, да, это хоть разочек на планете, я успею. Что там, пацаны, нормально все? Вроде, да. Сейчас прибежит, как в инвизе. Угу. Ах ты! Мы так внимательно с пацанами слушаем, и тут на тебе. Подлец! Успокойся! Вот, ты чё злой? Есть первый оживший. Они начали уже ходить, да? Начали. В следующий раз надо, знаете, нам что делать? Включить ночь. Сильно прям такую, знаете, там, пятую или шестую. Тогда можно не управлять аниматроником, меня нас так замочит. Чё с Фокси? А чё с ним? Почему Фокси? Вон там, вон справа. Я слышал, как ходил. Значит, свет включен тут и тут? Ну. Это странно, все работает здесь. И стрёмно. Стрёмно, да. О! Начинается. Да Фокси ожил. Эй, молодец! Успел, голову ему придавил. Внимательно. Этот мелкий засранец. Чекайте вы так. Мелкий засранец где-то ходит.
Слушаем, да, пацаны? Да. Ну его нету. У нас две полосочки осталось. Да? А сколько времени? Блин, ребят, нам не хватит. А хотя 3 часа ночи и половина энергии. Не подходи до камер. А какого фига я вас не могу тронуть? Нельзя. А дверь у меня прозрачная стала почему-то. Да? По какого фига? Так бывает. Бонни, как дела? Че, там идет кто-то, не? Да, идет Бонни. Сюда, к нам? Да, он там остановился, в коридоре. Блин, одна палочка, 4 часа ночи, ребят, ну? Пойди, если кто-то в коридоре, он не сможет пройти дальше. Давайте откроем здесь дверь. Так, ты господи! Ты чё сидишь и ждёт, пока мы откроем дверь, чтобы нас сразу убить? Так-то да. Аниматроник. Так. Хорошо. Я буду, когда в следующий раз играть за аниматроника, я буду именно тебя одного и убивать. Так, ты смотри, что за смертельная серия, а? Он сегодня разошёлся сегодня. Он нас может и убивать, но у нас не садится энергия. Мы дотянем до 6 часов вечера. Уже. Вот он выглядывает, да? Да. Ай-яй-яй. 5 часов, ребята! 5 часов! Он не дает нам специально пройти, чтобы мы не смогли до 6 часов дожить. Выходи! Yes. Да выходи! Ты убиваешь нас! Да хорош! Она вылетит, придет. Там Бонни снует. О, отлично. О. У нас есть, кстати, ночной режим. Я могу с ночным режимом. Бонни, твою медь. О, я здесь компьютер включенный. Отлично. Там Бонни, куда ты открыл? Здесь у нас что? Не закрывается? О, здесь машина дымит. Я не дам, пускай Бонни вас убьет. Сделал. Да блин, я вышел вообще за карту, думал, что я буду ходить на улице, и мы как-то пройдем. А, нет. Получается, мы проиграли? Да. Драгон, ты что, оказался сильнее? Да. Блин, да ну это да, ты хитрее, умнее и немножечко наглее. Ребята, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики еще. А мы с пацанами поорем.